Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Израиль и встретился с премьер-министром Бениамином Нетаньяху. Визит в Израиль открывает пятидневный тур Майка Помпео по Ближнему Востоку, в ходе которого он посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан, планируя встретиться с главами этих государств. Министр обороны Бенни Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази встретились с государственным секретарем, чтобы обсудить угрозу со стороны Ирана и его ядерную программу, а также недавно объявленный план по нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Министр обороны также ссылается на планы США продать Объединенным Арабским Эмиратам истребитель F-35 и другое современное вооружение, что рассматривает как потенциальную угрозу военному превосходству Израиля в регионе.